Привет, с вами Smart Plus. A-серия считается молодежной веткой среди Xiaomi. Аппараты за разумную цену с некими компромиссами. И я помню, насколько был популярен Mi A2 Lite, например. Что же нам покажет данная модель A-серии? Не люблю ругать Xiaomi, поводы не такие уже частые, но это тот случай, ребята, когда без этого никак. И далее вы узнаете почему. Купил я его на AliExpress давно, еще за 213 баксов, когда они только появились. Мало того, что продавец долго отправлял, так и еще и таможня задержала, и мне еще насчитали налог. Да, это жестко. В Украине все то, что более 100 евро, по закону облагается налогом. Частенько стали останавливать, так что лучше брать в Украине. А в России, насколько я знаю, выгоднее заказывать с AliExpress. И сейчас там, где я брал, он уже намного дешевле. Вот так брать смартфоны сразу после выхода. Ссылки с ценами сейчас приложу в описании. Когда я достал его из коробки и снял пленки, его внешний вид вызвал вау-эффект. Уже сколько вариантов этих гламурных задних крышек, что и не перечесть, а все же красиво. В моем случае синий цвет, который меняет свои оттенки под разными углами и красиво переливается. Есть и перламутровый, и более скучный темный. Примечательно, что тут у нас USB Type-C вход, что конечно радует. Также один динамик, вход под 3.5 мини-джек тоже есть. А также инфракрасный порт. Я скучал за ним в новых моделях Xiaomi, а тут он есть, и это тоже хорошо. Спереди он мне напомнил Redmi Note 7, одно лицо прямо. Проявляется это не по самым тонким рамкам вокруг дисплея, пластиковым торцам и стеклянной задней крышке. Правда, модуль камеры у нас уже тройной, и он немного выступает, но запросто перекрывается комплектным чехлом. Он, кстати, входит в комплект, ну и куча всяких надписей на крышке. Версия, напомню, глобальная, с чистым Android на борту. Также в комплекте самый обычный блок зарядки на 5 вольт 2 ампера, кабель USB-C, скрепка и не очень интересная бумага. Также лоток. Он комбинированный, две симки или симка и карточка. Спереди дисплей на 6,03 дюйма, и он тут AMOLED. Ну и капля сверху, кем-то любимая, а кем-то не очень. AMOLED здесь, дабы можно было разместить сканер отпечатка пальца в дисплее. Он работает очень хорошо, хоть и чуть медленнее, чем классические сканеры. Тем не менее, пользоваться комфортно. И как мы понимаем, AMOLED со сканером дороже, чем IPS. А на чем же они сэкономили? Ёлки-палки, но экран не Full HD, а HD+. Ёлки-палки! Что это значит? Ну, например, то, что в YouTube вы сможете смотреть максимум в 720p. Ну и разрешение Full HD на сегодня, это можно сказать золотой стандарт в смартфонах, ну и так далее. Это можно отнести к первому компромиссу устройства. В остальном сразу видно, что это AMOLED по более насыщенным цветам и хорошим углам обзора. Как-либо отрегулировать насыщенность, оттенки или баланс белого нельзя, это все же не MIUI. Можно включить ночной режим и прочие стандартные настройки, а вот я бы насыщенности поубавил. Можно предположить, что дело в бюджетности матрицы и в не очень большой вариативности настроек в самой оболочке. Кто-то спросит, есть ли тут шим? Ну конечно же есть. И никакого DC диминга ему 99% не светит, это чисто мое мнение. И кстати, где Always On Display? А нема. Мышь из Йилы. Его сюда тоже не завезли. В смартфоне установлен процессор 665, это логическое продолжение 660-го Snapdragon, который также установлен в Redmi Note 7. Графику чуть прокачали, техпроцесс более тонкий, 11 нанометров, против 14 в 660-м. Скорость работы вполне приличная, облочка легкая и все же это Android One. Потому проблем никаких нет, все летает быстро. А что касается игр, то все карты в руки этому смартфону. HD+ экран, плюс довольно неплохой проц, и можно спокойно играть в самые тяжелые игры на ультра, на крайний случай на средних настройках. Проблем не будет точно ни с нагревом, ни с тротлингом. По поводу самой оболочки. Я скажу так, чисто на любителя. Мне как пользователю MIUI не хватает многих фишек, плюшек, настроек. Банально, я не могу настроить интенсивность виброотдачи, чтобы при нажатии чуть меньше жужжал. Звук у данного смартфона меня порадовал. Внешний динамик отличный и имеет неплохой объем и громкость. В наушниках звук обычный, громкость нормальная, но еще одно деление точно бы не было бы лишним. Разговорный динамик отличный. И кстати, по связи тоже никаких нареканий, все четко, слышно и микрофон на уровне, этим Xiaomi славятся. А вот модуля NFC здесь нет. Камера.
Тройной модуль с основным сенсором на 48 мегапикселей. AMX582 у нас с хорошей светосилой F1.79. Модный ширик на 8 мегапикселей. Без него современный смартфон тоже уже тяжело представить. И еще один модуль на 2 мегапикселя для замера глубины резкости в боке. Ну и фронталочка на 32 мегапикселя. В целом по камере у нас очень даже неплохой результат, особенно если хорошее освещение. И вот для примера сравнение обычных 12 мегапикселей и 48. Разница видна сразу в пользу большего количества мегапикселей. Также есть ширик. Да, угол шире, но качество детализации сильно уступает стандартным 12 мегапикселям. В плохом освещении тоже довольно хороший результат благодаря светосильной оптике. Если взять режим боке, то камера иногда ошибается и замыливает лишние детали. Если мы берем фронталку на 32 мегапикселя, то тут она действительно хорошая. И по деталям, и по цветам все на очень хорошем уровне, как для бюджетника. А вот с видео пока совсем плохо. Тест съемки видео на смартфон Mi A3. 4К 30 кадров. Также есть Full HD 30 кадров. И на этом все. Я заметил, что даже при Full HD здесь почему-то стабилизация не работает. Хоть флажок я и выставил на стабилизацию, почему-то нет стабилизации, не знаю, программно ли это или так задумано, но вот такие у нас дела. Автономность. 4030 мАч, это для HD экрана, при этом AMOLED, нормальный процессор, легкая оболочка и 1,5-2 дня вам обеспечены, как и 7,5 часов экрана в среднем. По автономности предсказуемо нет никаких претензий. Друзья, что же мы имеем в сухом остатке? У меня такое впечатление, что этот смартфон вобрал в себя самые адские маркетинговые уловки. Укутался ими как красивой оберткой, под которой пустышка. Посмотрите, что Xiaomi хочет нам продать. Вау! Красавчик внешне. Наденьте на него чехол и уже не такой уж и красавчик. Или залапать, банально привыкнуть и уже не будете обращать внимания. Во-вторых, сканер в дисплее. Кто еще не пользовался, также вау. Но что за этим стоит? Дешевая AMOLED-матрица с перенасыщенными цветами, которые нельзя сделать спокойнее. Нельзя отрегулировать баланс белого и так далее. В которой есть в кавычках отличный шим, и которому DC Dimming вряд ли светит. И еще HD плюс разрешение и более заметная пикселизация. В смартфоне, который я на старте купил за более чем 200 баксов. Хоть для обзора поспешил, но все же. И стоит ли всего этого отпечаток пальца в экране? Очевидно, нет. Оболочка, повторюсь, простенькая. Много чего будет не хватать после MIUI. Но могу предполагать, что данный обзор смотрят люди, которые именно ради оболочки и берут такие смарты. Да, очевидные плюсы у него тоже, конечно, есть, как без них. И автономность, и нормальный проц. Но есть непростительные вещи, на мой взгляд. Если коротко, экран все испортил. А в экран мы смотрим чаще всего, когда пользуемся. И мой совет. Держитесь от него подальше. Да возьмите банально тот же Redmi Note 7, который будет еще дешевле и там по крайней мере Full HD экран и с нормальными настройками, цветами и остальным. А нет? Тогда ждите с глобалок Redmi Note 8 и 8 Pro. Так что не забудьте о подписке и, конечно же, до новых гаджетов и ПК. И всем пока!